Вчера вечером ровно в 9 часов в Екатеринбурге на Уктусе у подножья Шишимской горки красный петух заклевал банный комплекс «Феодал» на углу улиц Самолетной и Мраморской. К счастью, во тьме полукромешной из бани голышом, да и одетым тоже никто не выскакивал. Вероятно, в понедельник горожане в парилку не рвались, да и спеть в караоке после бассейна тоже не спешили. Хотя эти опции до пожарища и фигурировали в прайсе банных услуг «Феодала». Адское пламя в считанные мгновения охватило одноэтажное шлакоблочное строение с мансардой, и клубы едкого черного дыма разметало по всей округе, еще до приезда огнеборцев. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит одноэтажный дом с мансардой, открытым пламенем. Старшим должностным лицом было принято решение о поднятии ранга пожара до пожара 1 бис. В результате пожара площадь пожара составила 120 метров квадратных. Бойцы пожарных расчетов по-быстрому раскатали огнеборческие рукава. И в 4 ствола за час и 3 минуты погасили жуткое пламя. Информация о пострадавших и погибших не поступала. Благодаря грамотным и слаженным действиям личного состава Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона удалось не допустить распространения пожара на соседнее здание, находящееся в непосредственной близости от места пожара. Пока пожарные заливали угоревший на большие деньги банный комплекс, мужчина, не пожелавший выходить из сумрака, унес с пепелища аквариум с предположительно золотыми рыбками. Трудно предположить, как они смогли уцелеть в адском пламени. Но, судя по всему, этот понедельник для банных гуппи не стал последним. Из-за чего загорелась банька на Уктусе, пока не ясно. Огородить огород из гипотез на пустом месте без фактуры – дело неблагодарное. Уже за полночь в половине первого был дан отбой пожарным расчетам. И 14 огнеборцев на 5 спецавтомобилях уже без мигалок и сирен вернулись на базу, в зону постоянной дислокации.